это как бы составляет формулу любви. То есть это вот такие, наверное, основные моменты, основные точки, которые позволяют нам быть счастливыми вместе, счастливыми в паре, счастливыми в семье. И дети будут в этой семье счастливы, но если родители счастливы, счастливы и дети. Это, кстати, одно из правил, один из принципов. Некоторые родители говорят, я вот не разводилась или там ради детей. Дети чувствуют, что родители несчастливы. Хотелось бы, чтобы все-таки родители были счастливы и дети рядом с ними счастливы.